Всем привет! Меня зовут Игорь, и сегодня я хочу познакомить вас с велобегом, в котором сочетается эргономика и потрясающий дизайн с высококачественными материалами. Встречайте! Магниевый велобег Prime C7 от торговой марки Corsa. Поставляются такие велобеги в 5 универсальных расцветках и в одном размере 12 дюймов. Поговорим о его характеристиках. Рама этого велобега выполнена из прочного цельного сплава магния по новой технологии без применения сварки. Имеет надежную конструкцию и потрясающий дизайн. Две изогнутые линии перетекают в одно целое и передают характер этого велобега. Внутри установлена пластиковая накладка. На раме есть два выступа по бокам с наклейкой наждак, на которые ребенок может поставить свои ножки при необходимости. Руль прямой с цельным выносом, крепится к вилке двумя болтами. На нем установлены большие и удобные грипсы из резины с боковой защитой и ручка заднего тормоза на правой стороне. Это единственный велобег в своем роде, у которого имеется тормоз заднего колеса. Сделано это для безопасности вашего малыша, так как у велобега очень хороший накат, и тормозить ножками теперь нет необходимости. Здесь используется барабанный вид тормозов, однако не классический внутри втулки, а внешний с колодкой, который имитирует принцип торможения, как у автомобиля. Такие тормоза показывают отличные характеристики и прослужат вам очень долго. Сиденье выполнено из спортивного материала и регулируется по высоте зажимом из алюминия. На этой модели велобегов все колеса надувные. Внутри установлена камера. Их диаметр 12 дюймов. Диски металлические, с ребрами жесткости, на спицах в виде звезды. Втулки на промподшипнике. По два на каждое колесо. Именно они в сочетании с дисками и резиной дают потрясающий накат. Отдельное внимание заслуживают покрышки. Они здесь установлены фирмы Compass, модели 30 TPI Light. Простыми словами, показатель 30 TPI – это сокращение. Ее тип, вес и плотность плетения нити корда на 1 дюйм. То есть, значение 30 TPI в данном случае – это высокое качество и очень малый вес. Такие покрышки в разы дороже обычных. Перейдем к коробке. Поставляются все велобеги полностью собранные. Удивлены? Я тоже. То есть, все велобеги плотно обмотаны транспортировочной бумагой. И при распаковке вам необходимо будет ее снять и зафиксировать руль. Ну и все, велобег готов радовать вашего ребенка. А на этом у нас все. Если вам понравилось видео и вы хотите увидеть больше моделей и почитать их характеристики, ссылка на наш сайт будет в описании. С вами был я, Игорь. Выбирайте наши велобеги. Всем пока! Ну, они реально крутые.